нас сегодня в гостях, для нас и наших зрителей, выступает человек, который умеет петь и получил даже премию «Шансон года». Да ты что? И да. Кто это? Кто же имя? Этот человек? Кто забрал мою премию? Сегодня у нас в гостях Сергей Любавин. Давайте послушаем. Пришедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную, любимую женщину. Благодарю. Волшебный праздник, нежная моя, за то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. И когда я болею, шлю тебе по имейлу тех стихов бестолковых и ласковых. И надеясь на чудо, я всегда верить буду. Ты печаль, ты любимая, сказка моя. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Встреч мелькают страницы, перелетные птицы, лишь одна нам судьбою завещана. И когда все изменится, остается надеяться женщине на мужчину, а мужчине на женщину.